Участники грандиозного шоу «Hot and Top Европа Плюс ТВ», который готовится в Минск-арене, в нашу столицу все-таки долетели. И мы их встретили в аэропорту. Более 30 звезд поют популярные композиции радиостанций и музыкальных каналов, которые находятся в топе мировых рейтингов. Одними из первых сегодня прибыли исполнительницы официального гимна чемпионата Европы по футболу 2012 «Оусиана» и португальский диджей «Кокап», который покоряет зрителей необычным стилем музыки. Распевались артисты прямо в аэропорту. Deep inside, oh, oh, you cry, cry, cry. Don't let your hopes die, die, die. Я очень рада быть здесь, в Минске. Меня уже встречает так много поклонников, и все поют мои песни даже в самолете. А взамен я, конечно, буду дарить много позитива, любимые всеми треки, танцевальное настроение и свою музыкальную душу. Вот смотрите, я всегда вожу свое диджейское оборудование с собой, потому что оно действительно уникально и создает невероятные спецэффекты и настоящее интерактивное шоу. Got you, ready or not. Tonight Arena in Minsk. В числе гостей также российская певица и телеведущая Алина Артс, албанская звезда Арилена Ара и новозеландец Грэм Кэнди. Танцевальную атмосферу создадут десятки киловатт звука и световые спецэффекты. Шоу продлится 5 часов. Будут не только хиты, но и премьеры. Концерт состоится завтра вечером в Минск-арене. Билеты еще есть.